Всем привет, ребят! Ну что, мы на аккаунте моего подписчика Александра с ником Гуччи. У нас сегодня русский сервер, русский роллинг. Посмотрим, что у нас в итоге получится. Находится он в гильдии выносящие. Вот так вот связь с ВК, айдишка на экране. Первые места, кидайте заявочки. Вступайте, русский сервер. Так, окей. Аккаунт немножко донатный, 60к доната, до Минотавра далековато. Немножко доната до Минотавра далековато, вот так вот. Так, что у него нету? Роза есть, нету Фобоса, Трифида, Королевы Оз, 3, Оккультист 4, Землеройка 5, Арктика и Минотавр, понятно. В общем, 5 героев недостающих. Поехали, посмотрим, что у него есть на аккаунте с таким донатом. Попробуем достать что-то недостающее. Пожалуйста, Зефир. Нормальная сборка Зефира. Фрейка. Огник. Нормально, да? 60к доната и такие герои. Фрейя еще одна. Космо. Бугич. Неплохо. Ледяха. Фрэнки. С водушкой. Странно, почему он водушку, ну, в принципе, такой эмблемой поставит. Так, огненка. Неплохо, неплохо. В общем, как видите, хорошие варианты для героев. Талантики нормальные. Все для хорошей игры есть. Так, окей. Что тут у нас еще такого интересного? Финка пойдет. При таком донате такие герои, я вам скажу, просто изи можно играть. Ну окей, у нас сегодня ничего такого сверхъестественного, только там герои за найм есть. Поехали, попробуем. 450 и ничего. Атлант. Неплохо. Одержимый, бочка. Люблю русский сервер. Где-то должен быть скоро коллекционер на этой неделе, наверное. Укротитель. Афинка. Неплохо, ПБшка Валька, залетели к нам. Так, бульдозер. Бигфут. Ах, падает. Так, давайте до Леги. Я сказал до Леги. Только непонятно какой, что это за фигня? Что это за прикол? Посмотрите, сколько тычек. Это просто пипец. Да ну нафиг. Вы что, издеваетесь? У меня еще никогда такого не было. Это просто троллинг, ребят. Посмотрите, сколько тычек и ни одной легенды нету. Я в шоке. Просто, это просто аут какой-то. Что это было? Вот реально. Что это было за фигня? Как так? Жесть. Поехали в рейд. Надо отдохнуть от этой хрени. Но это просто нереально. Ни одной легенды, просто тупо один хлам падает. Странно, что он Зефира не ставит. Прячет его, что ли? Чтоб не видели. Спрятал, чтобы не видели гильдии, что он донат. Это было бы, конечно, смешно. Жесть. Это просто реально жесть. Поехали дальше трэшевать. Что за фигня? Седна. Фараон. Ну, фараон это не Фобос. Да уж, ребята, малыш Ник. Ну давай, что-то, ну что это такое, ну? Ара. У нас уже слоты на складе кончились. Ну хоть так, блин, ну это просто пипец, как она... Одна королева ОС, блин, вот реально, столько мы только что 1020 переролили и ни хрена толкового не упало, блин. Ну хоть так вот, ну поздравляю, первый недостающий герой
у тебя есть. Вот реально, мне уже начало, ребятушки, кому не хватает королевы ОС, есть нормально самоцветов, кидайте заявки паролю. Ну а так это просто пипец. Я не знаю, я в шоке. Я просто в шоке с того, что оно не падает вообще. Так, что у него тут по ресурсам? Блин, надо немножко, чтобы какой-то этот рандомчик прошел или что. Ну, ресурсов у него... Блин, нормально у него ресурсов, как для такого доната, я вам скажу. Очень даже нормально. Так, окей. Поехали дальше. Неплохо. Можно еще раз в рейд сбегать. Может, повезет сейчас. Видите? Помогает. Тактика бегания в рейд реально помогает. Но не всегда. Еще один атлант. Одержимый. Призрачный всадник. Я офигею просто. Ну вот, вроде классно все. Достали. Ну, королева ОС, недостающий герой, в принципе, нормально. Правда, она не топовая. Но все равно нормально. Хоть что-то достали. Но хотелось бы, конечно, достать фобу того же самого. Поехали, попробуем. Вот знаете, если бы вот это вот выпало на каком-то обычном аккаунте, я бы там орал, радовался, блин. Ну нафига оно здесь, блин? Вот чем мне не нравится битва замков, знаете, было бы, наверное, круче, если бы у нас похерили шансы на выпадение героев. Ну, то есть давали возможность, допустим, выпадения там зеленых, синих, там оставили, чтобы их падало много. Ну вот выпадение на Легу, ну вот на вот этого топового героя, то есть вы выбили и все, вам больше не падают они, вот как в Бравл Старс. Вот это мне понравилось реально. А здесь получается у нас, блин, тебе выпадает по 10, 20, по 100 одинаковых героев, и ты чем дальше у тебя обнова, с каждой обновой у тебя все меньше и меньше шанс получить недостающего, потому что героев встает все больше, больше, больше. То есть, если раньше там за 20-30 самого выбивали там мегагероев и было все круто, то сейчас 100, 200, 300, миллион можно потратить и не вытащить нужного героя. Поэтому вот реально с этим печально все. Хоть их хорошо, хоть их со временем продают. Вот это реально радует. Ну что, поздравляю, у тебя уже есть... Плюс один недостающий последний герой, но еще есть один донатный. Не знаю, пока нигде его не продают. Акции тоже на него не делают. Так, поехали, заберем у него еще акции. Ну, хоть так. Хоть одного достали. Вот реально, сегодня у меня было два роллинга и две королевки мы словили. Так, рунка эволюции. Недостаточно очков, чтобы забрать награду. Надо 300. Ну, вот видите. Не проканало. Не хватило нам чуть-чуть. Зато 150 самоцветов мы забрали. В общем, вот так вот, ребят. Такой вот роллинг... Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Кому надо паролить, пишите в телегу, либо в ВК, лучше в телегу. Ссылочки есть у вас в описании. Что мог, то сделал. Всем удачи, всем пока.